Я хочу оплату за работу. Да уже чувствую, будто тут работаю. Я тут взяла на себя смелость кое-что сделать. Слишком много слов. Да, но если вкратце, здесь сказано, что мы пашем как кони. Мы открыты с 11 до 9, это тупо. Лучше работать с 11 до 2 во время обеда и с 5 до 9 во время ужина. Угу. Я уже молчу о том, сколько тратится на первоклассные продукты, закупки на фермерских рынках. Мне паниковать? Нет, пока рано, но без помощи не обойтись. А тут такое творится. Да даже 20% из того, что можно сэкономить, в сумме уже моя годовая зарплата, я уже не говорю о других. И нам бы работать на вынос. Да, конечно, но нет, это нет. И заставлять гостей сидеть у нас. У нас нет системы поддержки таких нововведений. Нам нужна упаковка. Упаковки, конечно. Так уж вышло, что на 27-й странице можно как раз найти набросок. На 27-й? Ага, графический чертеж.